Микродоз – это как инструмент, как палочка, которая вам дается. Вы ее выпили, дается палочка, и дальше вы дизайнер своего состояния. Вы можете усугубить то, что связано с депрессией, а можете убрать. Как? Узнаете, когда это начнется. То есть вы или мухомор с вами соединится, или он вас забракует, воспримет как, собственно, уже негодное, непригодное в данный момент возможность использования вот этого скафандра, что-то с ним сделать. Может быть, вот это будет совсем не, никак. Он эти мысли убирает, он их как бы, он является растворителем, он их растворяет. И надо быть настолько заюбанным и упертым в своем эго, чтобы не дать ему растворить их до конца. А такое можно сделать, может быть. И вы прям, блядь, сопротивляясь, начинаете вызывать резонанс совершенно обратного характера. Это нужно понимать, нужно осознавать, естественно, нужно подготовиться к этому, что сейчас должно наступить блаженство. Для этого, конечно же, не должно быть никаких негативных людей, блядь, жен с предъявами, детей каких-то нервных, которые сахара обожрались, и теперь они, блядь, маньяки, которые зарезать могут, блядь, кого-нибудь за шоколадку. Понимаете, не должно быть друзей, которые вас троллят, смеются над вами. Должны быть приятные люди рядом с вами. Или вы один. Но речь идет о микродозике. Это не больше 5 грамм. От 0,5 до 5. Вот. Он все это может убрать за секунду. Убрать на время. То есть он вам покажет, как может выглядеть жизнь без депрессии, без панических атак, без вот этой всей хуйни, которая вас делает вот этим заебанным, задерганным. Он их фух, убрал, и вы такой... И дальше вы должны это состояние запомнить, что это и есть вы, это и есть жизнь. Потом все возвращается, к сожалению. И эго приходит, блядь, уже с более острым ножом и начинает у вас, блядь, все возвращается еще сильнее. Вы должны понять, что это путь в одну сторону. И чем дальше ты идешь, тем глубже, темнее. И вот там надо учиться разжигать этот свет самому. То есть вы уходите в тьму. Еще темнее уходит от этого всего света, который вы создали, который проливается на всяких мудаков, которых вы ненавидите и презираете, не любите, которые вас раздражают. Вы уходите, почему они исчезают. И вот там вы должны зажечь свет. Как вы это сделаете? Это, вот тут надо трудиться. То есть тут надо уже все. А назад пути не будет. Назад пути не будет.